Овальная геометрия зала, мягкие пастельные тона с цветовыми нотками дуба, главная трибуна и микрофоны, чтобы слышать друг друга. В общем-то, все, что и нужно депутатам, уверены сами народные избранники. Это все, что уже сейчас есть в распоряжении Гордумы. Неудивительно, что решение о переезде в новое помещение в ЦУМе депутаты называют абсурдным и незаслуженным. Микрофоны работают, связь есть, зал, ну, достаточно современный, интерьер неплохой, я считаю. Достаточно этих помещений для тех, кто работает. Кто не работает, они работают в округах, им вообще зачем помещение? Решение перевести Думу в новый зал в здании по соседству приняли депутаты еще прошлого созыва в 2017 году. Аргументы тогда звучали такие. Избранникам в старом зале тесно, да и последний ремонт здесь был больше 20 лет назад. Новый состав Думы идею раскритиковал. Траты назвали, мягко говоря, сомнительными, а вместимость нынешних кабинетов вполне достаточной. Депутаты озвучивают и цифры. Неликвидные для предпринимателей 4-й и 5-й этажи ЦУМа обошлись бюджету в несколько сотен миллионов рублей. Ремонт и оснащение нового зала и кабинета в Думы съедят из казны дополнительно 100 миллионов. В сумме, говорит еще один противник переезда Алексей Вихарев, на эти деньги можно построить типовой садик или школу, которых в городе явно не хватает, и тут же озвучивает возможное решение проблемы. Даже несмотря на то, что уже потрачено 400 миллионов рублей на приобретение новых площадей в здании ЦУМа, есть возможность уже сегодня у депутатов принять решение продать эти площади, либо сдать эти площади в аренду и тем самым вернуть деньги в бюджет. А на эти деньги уже из бюджета можно построить либо школу, либо садик. Понятно, что всей суммы не хватит, но тем не менее уже заложить основу. Во властных кругах обсуждается еще один выход из ситуации – перевести в новые помещения различные управления администрации, сейчас разбросанные по городу. Так сказать, чтобы все были под одним куполом. Мол, им тогда и ремонт потребуется не такой роскошный, и оснащение не столь передовое. Эксперты считают, это хорошая экономия для бюджета. С отказом депутатов от переезда в новые шикарные хоромы согласны и жители города. У нас в городе, мне кажется, проблем больше, чем переезд депутатов, правильно? То есть и для детей нужно что-то делать, для спорта. То есть деньги есть куда вкладывать. Если это деньги упирается, конечно, это огромная сумма для переезда. Это лишние траты, потому что их лучше пустить либо на садики, либо на школы. Там текут и крыши, и все. Также сейчас депутаты пытаются выяснить, по какой схеме покупались новые помещения для предполагаемого переезда. И нет ли здесь серых механизмов. Письма в полицию и прокуратуру уже написаны. Альберт Мусин и Антон Муханов. Главные новости Екатеринбурга.